Полтунов не стал загружать на Малика Диме. Тот выдвигается, чтобы послабить на заслону. Но, тем не менее, движения мяча особого нет. Поэтому на исходе практически 24 секунд Александр Полтунов совершает счет в этом противостоянии. Потеря. Вот так вот Брэндон Гарретт и Парма Пари пускаются в быстрый отрыв. Еще 2 очка. Теперь на этот раз Джастин Робертсон отличился. Еще одну трёхку бросать он не стал. Первый танк от Малика Диме не состоялся. Накрывают его, но тут как тут. Павел Антипов. Сумасшедшая поддержка. Поддерживают они автодор. Правда, перехват осуществляет Робертсон. Место с Маликом Диме. И первый танк с левой руки колотит 10-й номер Пармы Пари. Позиции разыгрывающий больше контролирует мяч. Но вот сейчас как раз ему он получает передачу. Евгений Минченко туда! Включились после тайм-аута сначала Колесников, а теперь и Минченко. Прекрасная реализация бросков с дальней дистанции. Робертсон еще одну заряжает. А, это Боутрайт был, прошу прощения. Точен. Ньюман. А Николич не стал делать передачу. И первые 2 очка в этой встрече от Малика Ньюмана. Не минус 10. 4 минуты сыграно у нас в первой четверти. Боутрайт. Скидка на Павла Антипова. Трехи летят у Пармы Пари просто на загляденье. Александр Полтунов, мы помним, 2 трехи забросил. Сейчас Павел Антипов еще и перехват. Павел Антипов осуществляет. Идет быстрый прорыв. Данк от 25 номера. Была 100% реализация. Но когда-то они должны были промахнуться в любом случае. Ньюмана Колесникова. Евгений свою вторую подряд заряжает. И в стан сборной России, вообще в именитые клубы Единой Лиги ВТБ. Как разворачивается Джоэл Джеймс. Евгений Минченко просто посмотрел. Треху он также еще раз не забрасывает. Шон Армат. Ну, действительно, пустились перестрелку. А вот игрок Автодора оказывается точным. Ну и есть сейчас шанс, если попадут треху снова, сделать счет равным. Арманд в лицо Кириллу Будину. Туда с фолом! Невероятный Шон Арманд! Подбор остается за Автодором. Последнее владение. Передача на Никиту Михайловского. И красивое завершение. 26-24. Автодор ведет после первой четверти. Небольшая пауза, после чего мы вернемся. Ну и ответ от Пармы Пари. Обмениваются команды бросками с дальней дистанции. Но Парма Пари пока что не может этим похвастаться. Отличная скидка. И Минченко максимально продуктивен. Но, впрочем, мы в других матчах это происходит. Брэндон Гарретт чехлит сейчас баскетболиста Парма Пари. Автодор пускается в... Ну и нужно отметить, что Парма Пари практически на протяжении 3 минут не может набрать очки во второй четверти. Пронаускис понимал, что сейчас может попасть под блокшот от Малика Диме. Играет подбор на своем щите. Ну и сразу же в лоб атакует Малик. Фантастический Автодор. На паркет. Чуть было не произошла потеря. Диме, скидка на Плутунова. Дальше на Робертсона. На троих полез Джастин. Великолепно. Прекрасно понимают. Коллектив Евгения Пашутина может всегда биться до конца и может возвращаться из ниоткуда в любой встрече. Брэндон Гарретт со средней точен. Это Евгений Минченко, на его счету 13 очков, и он на данный момент на скамейке запасных. Ну и вот сейчас Джоэл Джеймс. Это эффективно, это продуктивно. Сверху все-таки Джеймс забивает. И Бронислав Витенчич вынужден брать тайм-аут. Напомню, что встреча между Автодором и Пармой Пари показала самый лучший результат в этом сезоне с 27 очками. Смотрим за 3 очком Евгения Колесникова. Вся скамейка запасных поднимает вверх. В экранах телеканала «Старт» болельщики Красноярского и Енисея, которые следят за тем, чтобы Евгений Колесников наконец-то промахнулся. Откровенно говоря, провалено для пермяков. Ньюман. И в быстром прорыве помогает ему здесь заслоном Джеймсом, но не решился атаковать. Переместился под 45 треху через руки Брэндона Гарретта и попадает. Результативными в составе Автодора. Болельщики в Саратове, конечно же, любят этих баскетболистов. Со средней забрасывает. Все-таки Парма Пари делает это Райан Боутрайт. Ногу выпадает мяч, тем не менее владение остается за Пармой. Паузы не будет. Боутрайт получает передачу. Боутрайт
Будет, конечно же, комедия, экранизация, если сегодня Боутрайт, он может быть классным скорером, которым он являлся в «Автодоре», которым является в «Парме Пари», но пока что для этого нужно очень и очень много сделать. Забросить не получилось. Пронаускис наброс на алиуп. Ниченко не точно, но не опускался мяч на паркет. Александр Петенев вторым темпом. Юман. Лутунова здесь помогает. Диме. Евгений Минченко заряжает. Это, пожалуй, хайлайт. Лучший результат по набранным очкам этого сезона — это 2. Ну а в-третьих, сейчас Кирилл Попов отвечает своей точной. Они заряжены максимально на то, чтобы именно сегодня в этой встрече бросать только дальние попытки. Кирилл Попов! Вот он! Джокер, возможно, для команды Евгения Пашутина. Много времени ему отводится в «Парме Пари», но когда он выходит, может пользу достаточно эффективную приносить. Много времени в этом матче он сегодня не проводит. Глеб Шейко открывается по 3. И снова Бронислав Вичентич недоволен. Понимает он, что соперничество по дальним броскам, не нужно этого делать. Есть более простое логическое завершение, которое «Автодор» может прибегнуть. 2 очка. Боутрайт освобождается от опеки. 3 пуляет не точно. Но как Джоэл Джеймс двоих просто растолкал игроков «Автодора» и... Били сейчас, но не такую атаку, по всей видимости, намеревались осуществить игроки «Пармы Пари». Данило Николич, Ньюман, такая мало очков, всего лишь 7 на его счету в этой встрече, становится теперь 9 после этого точного среднего бросочка. Было от игрока «Пармы Пари». Это Райан Боутрайт был под 6 номером. Михайловский свою 3 туда. Точно. 67-50. Снова Александр с мячом. Но вот один. Глебу Шейко нужно ему давать. Тот пошел в обыгрыш Евгения Колесникова. И на исходе 24 секунд. И вот что пока что 12. Максимум было 17. Михайловский вторую 3 заряжает. Сейчас Никита находится в прайме в начале четвертой четверти. Гаррет защищается. Может бросить 3 сейчас сам Александр. Решил пойти в краску. Здесь большое скопление баскетболистов и команды «Автодор» и «Пармы Пари». Вместо этого его переигрывает. Сохраняет мяч для своей команды. Еще одно владение в этой атаке. Ну и что? Данчище! Брэндон Гаррет взлетает во дворце спорта «Кристалл». Не спеша доигрывать эту встречу. Вряд ли «Парма Пари» пустится на то, чтобы постараться всеми силами отыграться. Поэтому сегодня, скорее всего, мы узнаем окончательного восьмую команду, которая, по всей видимости, уже можно констатировать. 20 очков за 2,5 минуты, конечно же, не отыграть. Встретится с саратовским «Автодором» Малик Ньюман. Треху кладет. Точно в 3 очковых из 34 попыток. Процент реализации падает. Николич еще одну 3 заряжает. 16-й 3-очковый. Кирилл Будин. Скидка на Курова. Ну и здесь Кирилл Попов. 2 очка легкие набирает. Уже в целом не защищает. Ведя с разницей плюс 24 очка. Но все-таки собрались. И сегодня доводит встречу до победы. Агасита Наяд. Скидка на Марата Цибикова. Вот они, 2 очка. Поздравляем мы «Автодор». Поздравляем «Парму Пари». Эти команды отправляются в плей-офф. Ну и встает дворец. Встает дворец спорта «Кристалл».